Всем кусь, ребят, с вами Леоми, добро пожаловать обратно в Пеглинов и Пеглина. Пришло время снова нас взять шары Пеглина за шары. Шарить Пеглина. Короче, погнали шары Пеглина катать. Ничего такого, лишнего не думаем, да. В прошлый раз мы прошли уже 8-й, я чуть думал, что мы на 6-м. Я как-то со счета сбился, если честно, немножечко уже забыл. Записывал я серию последний раз уже дней 4-5 назад, что-то как-то много событий было у меня в последнее время. Вот у меня сейчас должно выйти видео по Dead Cells, в котором как раз таки о событиях об этих рассказывается. Через полтора часа практически. Так, в прошлый раз у нас уменьшилось количество золота стартового и меньше золота за бои. Теперь у нас самоурон от бомб красных увеличен до 5. Это, кстати, усложнит нам именно финальный этаж, потребует больше хилки, там, не знаю, посмотрим. Это нет, о, 3 бомбы на экране, кстати говоря, нормальный такой старт. Каждая перезарядка 2 круглицепса или плюс 1 урона на криты. Мне кажется, что бомба на самом деле универсальный старт такой, который очень сильно упрощает прям многие бои. Это первый этаж нам очень сильно протащит сразу же. Просто во многих сражениях станет заметно приятнее. У нас, кстати говоря, сундук есть со старт, правда, оба сундука получить не получится, жалко. Золота нет, собираем все золото, пытаемся по максимуму. Собственно, не забываем. И стараемся сейчас бомбу пока что слишком сильно не активировать. Просто да, 3 бомбы со старта. Но они как бы, этот релик в будущем мне не особо понадобится, если у меня не будет билда на бомбы, да? Он будет не особо эффективен. Но он позволит мне вначале оттянуть время. Нам не так будет критично сразу набирать всякую хрень в колоду себе. Вот как-то так, может быть немножечко потянуть. Может быть я в магазин пойду, не знаю, еще решим. Ух ты, блин, как хреново полетело. Так, ну теперь давайте, наверное, потихонечку бомбы взрывать, наверное. Хотя я хотел еще монеточки все-таки. Но если сейчас только одна бомба будет, да, то нормально. Так, теперь. А, еще один ход, что он сделает? Нет, сейчас меня ударит. Ладно. Потому что тут еще много монеток осталось. Мне это не нравится, если честно. Я бы хотел их собрать. Давайте так попробуем кинуть. Вот здесь такая просто пачечка смачная лежит. У меня 27 монеток на предмет мне уже хватает, в принципе. Можно еще разок так кинуть. Потому что нам хватит стороны убить этого слизня, а остальных мы вынесем сейчас в бомб уже. Очень хорошо подошел бы релик, который позволяет бомбу с одного удара взрывать, или который, ну, вначале желательно получить такое. Ой, как хорошо монетки пособирали под конец. И который бомбы, что они взрывают в радиусе. Ну, это всегда хорошо, конечно, всегда приятно. Ну, как правило. Так, что у нас со старта? Это мы играли недавно, кстати говоря, по-моему, шрифт изменился, нет? Он какой-то стал более жирный, что ли, менее пиксельный. Огненный шар, а это что такое? Арблейшн. Может быть, нацелен на любого врага на экране, носит 6 самоурона при стрельбе. Ух ты, блин. Больно. Ну и мы с этим не играли еще, не бегали. Давайте я попробую это взять, допустим. Надеюсь, что мы не обосремся с этим. Куда мы пойдем? Слева сундук, справа сундук. Здесь есть магазин, чуть попозже. Много вопросиков. Элитка. 2 элитки нам не посетить, кстати, вообще никак. Если я пойду налево. Я пошел, честно говоря, на правый сундук, потом на магазин вот сюда. Или по вопросикам пойти вообще чисто. Я даже не знаю. Давайте, наверное, все-таки направо пока что. А там решим. Ну, если я сейчас не промажу, конечно. То я себя... Ну, налево так налево. Первая навигация уже очень удачная, да. Но может удачная будет краски. О, подрывает 3 рядом при взрыве. А это неплохо. Так, после боя ты восстановишь на 1 раза больше. Это было бы тоже неплохо, в принципе, тогда. Но я думаю, что эту штучку возьму все-таки себе. Сейчас есть шанс, в принципе, нам надо взорвать 2 вот эти бомбы средние. Тогда у нас все активируется вроде бы. Нам без разницы куда стрелять, но может не получиться, потому что на удар они взрываются, они только зажгут другие бомбы. Получилось! Шикарно. Даже других хватит, можно было по-другому, да, взорвать. Просто 2 любые бомбы, то по цепочке они там разлетятся уже. Когда ты восстанавливаешь, ОЗ наносит выбранному врагу в 3 раза больше урона. Но это нужно реген прям активно желательно. Когда у тебя меньше 30% ОЗ, все выстрелы становятся критическими. Давайте, наверное, вооруженную зависть возьмем с себя, хотя... Ну... Это не факт, что будет работать, это... Если у нас будет плохая ситуация, то это сработает. Ладно, давайте возьмем себе ножик все-таки. Пускай будет так. А, и, кстати, мы все равно можем пойти направо в магазин. Тогда пойдем направо. Как-то на это не обратил внимания. Пойдем по вопросикам. В один бой еще сходим. По дороге из ниоткуда. Так, 2 огненных шара. Я, честно говоря, не особо хочу. Легко поджигать бомбы, но у меня на бомбы пока не уверен, что будет акцент прямо. Хотя они подрывают 4 рядом при взрыве. 2 огненных шара. Блин, а как они... Вспомнить бы их статы полноценно. Могли бы сделать билд на бомбы с активацией с одного удара. Но тогда у меня слишком много самоурона выходит. Нет, я не буду их брать. Как-то слишком рисково сейчас, мне кажется.
Так, дальше. На вопросик идем. Кстати, не факт, что мы в магазин захотим пойти, потому что что-то как-то денег-то ни хрена у меня нет сейчас. И не факт, что они появятся еще. Не факт, что успеет появиться. В стороне от тропы ты находишь водопад. Какие секреты он может скрывать? Глянуть, что за водопадом? Или проигнорировать пойти дальше? Конечно же, глянуть. Опа. Блин, ну это чисто билд на бомбы. Ну все, короче, ладно, на бомбы так на бомбы. Мы просто с ним уже играли как бы и не один раз, по-моему, даже, но... Я не откажусь еще побомбить немножечко. Взрывная дубинка, усиленный порох и на 15 больше урона от бомб, ну прям то, что надо. За водопадом ты находишь тайное сокровище. Отлично, у нас такой вот водопад здесь нарисован. Давайте, наверное, в бой, а дальше по его результату будет видно, собственно. В бой же? В бой же? Потому что как-то оно вот... Такое ощущение было, что может в конце перескочить и все-таки налево каким-то образом улететь. Так, нормально. Со слизнем быть у нас проблем не должно быть. У нас вроде слизень первым боссом там идет. Опять же, вот как в прошлый раз, мы просто его за счет дубинки законтрили. Ну, она как бы просто 150 урона халявных добавляет, которые тебе легко активируют в том бою. Стартовые бомбы там можно до них не дотянуться, а те, которые добавляются, в принципе, у меня, по-моему, получилось. Это весьма приятно. Арблейшн, надо бы там посмотреть, как именно он еще улучшается. Может, там будет меньше урона. А так, в целом, мне желательно какую-нибудь кукурузу от самохил. Но хил тебе всегда нужен, на самом деле. Так, может, по летучей мышке надо бить нам, а? Что нет, нам надо, знаете что, нам надо просто по бомбам хреначить, и все будет окей. Главное по ним попасть, а до них дотянуться сейчас тяжело, на самом деле. Не буду я пока что скидывать Аврлейшн, пытаться взять не хочу. Давайте в бомбу, раз. А, еще кританули, отлично вообще. А у нас же бомбы усилены, я все думаю, что они типа 50 урона. Нет, они же не 50 урона. Аврлейшн сейчас нет смысла. Так что скидываем просто, и нам надо... И, кстати говоря, бомба нам позволит гораздо легче золото набирать. Точно. Вот это тоже стоит учитывать. Так, есть эхо-шар. В принципе, интересно. Он не особо нам подходит, но это массовый... Хотя массового урона у нас так будет достаточно. Нужны бомбы. Шаромба, все дела. Арблейшн 7.11 будет. Будет 5 самоурона, кстати. Ха. Урон уменьшается. Самоурон. Это будет мощная такая ульта. Наша. В принципе, а давай. И тогда я не иду в магазин, соответственно. Ну, а случайно в него не улететь? Ну что, я не буду рисковать даже. Я не буду кидать по монеткам. Сейчас такие вот рисковые какие-то решения. Главное, чтобы еще вопросик был хороший. Ну, нормально, пойдет. Так, такой же бой, кстати, почти. Карта примерно такая же. Только другая, по-другому бомбы распределились все дела. Но и враги другие, соответственно. Окей, меня все устраивает, в принципе. Мы тут и золото подфармим, все такое. А текущее усложнение, кстати говоря, усложняет больше даже не старт, а именно больше финальную игру. Поэтому оно меня... Старт не станет у нас геморройнее, каким-то более душным. Хотя все равно он сейчас заставляет уже с пачки набранных нами усложнений, шармагеддонов этих, уже заставляет, так сказать, вначале все-таки обращать внимание на правильность решений. Арблейшн не хочу, честно говоря. Я думаю, что бомб нам может хватить. Вот как-нибудь, если вот так вот кинем и попадем налево особенно... В левую бомбу, отлично, она зажглась. Я думаю, следующим ударом просто по вот этой можно ударить тогда. Много бомб поджег, кстати. И нам, в принципе, этого будет уже примерно достаточно. Единственное, что выстрел я направлю сюда и... А, даже так, да? То есть я не попадаю по этой бомбе, по-моему. И по этой тоже не долетит. Может, попадет все-таки, а? Может, все-таки попадет? А, в другую, тоже хорошо. Все, всем хана. 3 бомбы полетело. Вот и все. Шар памяти, кстати, можно было бы его взять. Мы будем много стол чистить, если у нас будет много бомб. Он будет потом набирать урон, в принципе, впитывать в себя. Перемешар перемешивает, все нам не надо. А шаровая молния неплохо чистит стол, кстати, тоже к нему подошла бы. Активировать бомбы было бы легко с нее. Очень легко было бы активировать бомбы. Слушайте, а мне кажется, нам больше подойдет. Надо сначала шаровую молнию. Да, наверное. Я, наверное, возьму ее сейчас. Так, и дальше я хочу точно пойти на элитку. Если это будет растение, это будет вообще хорошо. Мы их просто снесем массовым уроном. Но для этого нам надо пойти в любую сторону, на самом деле. Но проще вправо. Там можно будет... Ну, хотя... Куда полетим, туда полетим. Только не в огонь. Окей, не в огонь. Нет, стоп. Нет, не в огонь все-таки. Нормально. Все в порядке. Так, еще один бой. Это бой, в котором много-много бомб, здесь бы золото набрать. Бой простой, безумно приятный. Мне очень нравятся такие пазловые комнаты, кстати, вот. Не только в Пеглине, как и в принципе в других играх. Где-то в Айзеке бывают пазловые такие комнаты, знаете, где
можно пройти обычным способом, а можно ее значительно себе упростить и там, не знаю, какие-то коричневые, ой, как его, черные какахи там взорвать, которые сломать, которые наносят урон всем врагам в комнатах, все такое. Мне такого рода комнаты в рогаликах очень нравились всегда. Они, правда, как бы получается такие, знаете, одноразовые фан-эффекты имеют, потому что они из раза в раз у тебя проходиться будут плюс-минус одинаково. Но, тем не менее, их все равно как-то приятно защищать, приятно проходить. Эх, вот взорвать бы все вот эти пачки бомб. И шар памяти. Ну, берем тогда, раз я говорил, что он мне тоже подойти может. Окей, у нас, в принципе, шары сейчас собраны такие, которые меня интересовали. Единственное, что шаром будет еще сейчас добавить сюда. Арблейшн здесь не в тему, на самом деле. Взорвать бы. Нет! Нет, блин, если бы оно взорвалось, оно бы здесь нам монеток 7, наверное, принесло. Обидно. Один сброс шара. Фулл резист, ой, фулл урон врагам с резистами. Нам это не интересно, у нас бомбы. Ну, один сброс это полезно, в принципе. Так, и мы точно идем на элитку. У нас уже здесь, соответственно, нет того самого, как его. Нет бомб, они на один раз на этаж, что можно получить такой бонус. Так, элитка слизень. Я про вот эту элитку постоянно забываю про ее существование, в принципе, если честно. Я помню только про Минотару и про три растения. Сейчас главное, чтобы я не активировал бомбы первые два хода. Поэтому кидаем просто куда-нибудь вот в сторону. Давайте вот так сделаем, сброс лишний скинем. В следующий раз кидаем шаровую молнию, начнем чистить как раз таки стол. Вот теперь. Блин, а надо ли прям сразу так чистить? Мне кажется, что может быть хорошо. Хотя бомбы тут почистят еще, потому что у меня много денег. Я не хочу бомбы сразу активировать все. Я хочу деньги пособирать, я не хочу бой завершить досрочно. Ну так, слишком досрочно. Ну хотя я не завершу, по-моему. По-моему, да. Получится ли шаром памяти, у него плюс 20 урона, вынести вот этого врага первого слизня? Или активировать как-то бомбу? Давайте попробуем верку вот так сделать. И бомба есть, отлично. Мне этого достаточно. Так, теперь бьем по слизню большому постепенно. С этого, мне кажется, я в крит не попаду. Нет, я сбрасываю. Камень сбрасываю. О, крит можно попасть теперь. А вот давай тогда так и налево как раз пустим. Там нормально он урон наберет, даже без бомб. Ну, 63. Могло бы и побольше быть. Есть одна бомба, вторая бомба, хорошо. Так, пока что мы его не выносим, но уже близко. У этого 7-11 урона. Мне кажется, выгоднее будет сюда кинуть, и это наберет уже достаточно много. Вау, ни хрена себе. А что такое, погодите, арблейшн? Это какая-то святая кара или что? Здесь только, видите, такие ладошки такие скрещены вместе. Ну как, не скрещены, а соединены. Молитва, может, молитва какая-то или что-то такое? Не уверен точно, не знаю. А как бы здесь бомбочку активировать, любую из этих двух? Получится ли так? Как она там протиснулась-то, а? Мне кажется, проще просто 30 урона ему нанести будет сейчас, кстати. Или не проще? Нет, нормально. Я хотел, чтобы оно критануло и отлетело сюда, в центр. Но получилось тоже окей. А-а-а, блин, от этой штуки вообще нельзя отказываться. Тем более, что с самоуроном, который я хочу использовать, дектошар тоже берем и улучшаем сразу же себе дектошар или что-то другое. Арблейшн будет 4 урона самоурон делать только. У нас слизень, да? Я могу пока что дектошар, в принципе, не улучшать. Я могу арблейшн улучшить. И на боссе мы порвем его, я думаю. Немедленно ментальная мантия. В прошлый раз у нас была расплавленная, которая показала очень хорошо себе, теперь ментальная. Немедленно наносит один урон выбранному врагу за каждый второй активированный штырь. Это на самом деле штука, которую не стоит переоценить, потому что мне написали, что я типа недооценил ее. Это по большому счету 0,5 урона каждому шару. То есть за каждый второй штырь один урона. То есть за каждый первый по 0,5 урона. Направленного урона, надо понимать, да, актуального урона, который сразу наносит. Если у врага мало хп, это его сразу добьет и без бомб. Но, честно говоря, я бы предпочел просто хилку, наверное. То есть эта штука, она приятная, в принципе, но это не какая-то там прям сверхкрутая штуковина. На первый взгляд, по крайней мере. Session Focus. Это нас от летального урона защищает один each battle. А, каждый бой, да? Ну, я лопающуюся кукурузу возьму. Блин, кукурузки бы сейчас, а? Вареный с маслицем такой. А-а-а. Я прям обожал, помню, всегда. Ух ты, блин, я не рассчитывал так. Давненько очень не ел, но мне оно очень нравилось. В детстве, когда я в Гродно к бабушке ездил летом, то там как раз-таки у нее кукуруза росла в том числе, и я прям ей ужирался. Прям вообще лепота.
Но больше мне все-таки вареное нравилось, нежели сырая. Хотя и сырую тоже ел. Так, ладно, мы пока что тут возвращаемся. Шары катать. Кукурузу. Так, доктор-шар скидываем, чтобы не просрать его. Эту штучку, кстати говоря, шар памяти. Он наносит 0.34 урона за каждое попадание по штырям за этот бой. Плюс 11. Это плоско повышает не его урон, а именно просто как бы переносит в него урон. Как, знаете, как с эхо-шаром, условно говоря. Может быть нацелен на любого врага на экране. Может быть только один раз за бой. Ага, хорошо. Не помню, мы играли с ним полноценно или нет. По-моему, у меня было такое, что что-то как-то... Что-то то ли я начал записывать, потом... Меня как-то запись не клеилась, но я его взял, и как раз-таки он у меня открылся. То ли что-то такое было. Короче говоря, особо я его не пробовал. Я не помню, мы с ним играли или нет, в принципе. Что он будет делать при апгрейдах? Не знаю. Надеюсь, что вкачаем. Надеюсь, что будет того стоить. Это, конечно, хороший финишер, по сути. Если ты активно чистишь стол, если у тебя много, например, какой-нибудь шар, который мало наносит урона, да, изначально, но много штырей чистит именно. Что, ну, как шаровая молния. И нужны к этому побольше обновлений всяких. Вот тогда, да, тогда он может прям хорошо нафигачить. Так, а мне надо на самом деле сейчас в бомбочку бы. Потому что эти летучие мыши слишком близко мне подлетели. Раз, два плюха. Так, давай, наверное, вот сюда. И чтобы она специально кинула, чтобы она отлетела направо. Но урон наберет сейчас на эту мышку. А вот со второй что будем делать, я не знаю. Здесь у меня 31 урона. Крит долбанем, и шар улетит прямо в молоко сразу же. Давайте, наверное, в эрку. Вот так. Тоже улетел на самом деле быстро. Так, доктор шар у нас не прокачан. Давайте, наверное, шаровую молнию возьмем себе просто, и все. И добьем ее без лишних. Добьем же? Добьем. Нет, не доб... Стоп! Ну, бывает. Ровненько прям так. Один хп оставили. Так, вампирическая сфера — это хил, но мне уже, в принципе, достаточно. Мне хватает моих шаров. Меня устраивает все. У меня впереди вопросики. Наверное, я хочу себе доктошар просто улучшить, чтобы случайно я его не заюзал и не просрал. Вот даже скорее для этим, для этого. Да и, в принципе, вдруг он мне понадобится на слизне. Все-таки слизень больно бьет. Но я думаю, что мы добьем слизня быстрее или просто мне хватит времени. Ну, блин, мне так хочется трындец. Мне так хочется эту фишку взять у него. Я с ней играл один раз, это было очень весело. Она, блин, стоп, я в огонь буду попадать и получать за это урон еще. Хотя у меня доктошар есть, можем позволить себе. Давайте попробуем. Ты проиграл, давайте считать счетчик проигрыш. Раз, два, три. В комментариях активно уже пишут: нет, Лео, не надо, не делай этого. Я сделаю. 4, 5. В этот раз 5. В прошлый раз было 10. Не знаю, какой тут шанс. Покерная фишка. Яма внизу получает множитель, который влияет на урон от выстрела. Ты выиграл. Другой пеглин криво улыбается, отдает тебе фишку. Спасибо за игру. Жду не дождусь новой встречи. Это будет весело. Мы умрем на втором этаже. Просто основная проблема в том, что, типа, раньше этот релик был вообще трэшом, как мне объяснили. Там было, типа, множитель 0. Соответственно, шар у тебя в 0 попал, и весь урон исчезает. Смотрю шарик, если попал хотя бы одним из шариков матрешки своей, то весь урон у тебя в 0 тоже уходит. Это отвратительно. В целом он тебе в плюс идет, потому что, смотрите, прикиньте, у тебя 100 урона, да, идет на шаре, допустим, стабильно. Х1 будет 100, 0.5 будет 50, а Х2 будет 200, то есть 0.5 отнимает у тебя половину урона. А это тебе как бы удваивает. Как бы в обоих случаях мы делим на 2 или умножаем на 2, но умножение на 2 числового значения мне дает гораздо больше. Вот в чем прикол. Но в минус к этому идет то, что мы за 0.5 еще и дамажимся. Поэтому как-то так. То есть релик очень нестабильный, в среднем он дает тебе больше бонуса урона, но и по лицу ты будешь еще получать. Без этого ты тоже не уйдешь никуда. Вот так вот. Мне не хочется на пробелом нажимать стрельбу. В 0.5 улетел, ты серьезно? Я не похитался, еще ни хрена, считайте. Ладно, пробел нажмем. Х2. Это делает каждый ход такой не колотри, и это весь урон улетел в слизни, который был почти мертвый. Понимаю. Это будет весело. Но будет стрёмно. Надо еще учитывать то, что у нас после бомб на месте бомбы остается пустой штырь. Он у нас не обновляется. Это неприятный такой минус весьма у бомб. Матрешарик.
что у нас было в одной из первых серий. Нет, я не планирую его брать. Мне кажется, у нас достаточно уже штырей. Шаров. Давайте Доктошар, наверное, я еще прокачаю себе, чтобы вот с запасом точно было, мы уверенно шли. Меня это все устраивает. Так, теперь... Ну, просто кидаем по золоту. В яму, в смысле. Ну, не вторую же. Ну, вторую так вторую. Ну, не третью же. Все. Все, хватит. Не умираем. Пожалуйста, этот огонь бьет больно. У босса 720. Можно Докташар первым кинуть? Или вторым было лучше его? Блин, нам крит справа, вот его бы. Если в X2 попадем, будет, кстати говоря, хорошо очень. X2 здесь по центру есть, шансы есть, в принципе, попасть. Давай, давай, 14. 28 хилки, отлично. Теперь вторую хилку. И вот так вот в бомбу, оно скатывается. И в 0.5! Я не обратил внимания, что там они... Неудачно, на самом деле, надо было, может быть, хилку потом. Потому что сейчас как-то я много времени потратил и... Как бы не обосраться из-за этого решения своего. Попаду ли я в этот самый, как его? Крит. Вообще мимо. Я думал, что ну вдруг оно как-то получится здесь до бомбы дотянуться. Эрка находится, вы посмотрите, где. Вообще неудачно. Вот это жопа. Надо, до Эрки надо дотягиваться срочно. На следующий ход вот буквально быстрее-быстрее это делать. Потому что мы обосремся, если я хорошо это сейчас хотя бы заметил. Вот так и, ну, понятно, да. А у меня на следующий ход уже будет глотать, да? Не очень хорошо. Арблейшн кинем. Ну, давайте арблейшн, наверное, кинем. Это все-таки... Ну, 4 сам урона не так много. Зато шар нанесет дофига прям. Нет, не дофига, 0.5! Слушайте, мы, по-моему, умираем сейчас с таким успехом. Либо бомбы нужны срочно. Оно снова в 0.5. Боже, какое говно эта фишка. И то, что у меня вот так расположилась серка. Еще разок надо такой бросок. Не получилось. Триндец, два удара подряд. Мне надо 255 урон нанести ему за считанные ходы. Я не сношу. 100 урона. Как их нанести? Шаровая молния. Блин, я не достаю направо. Как нанести 100 урона? Блин, какая отвратительная раздача была сейчас. Ну вот это прям, ну это триндец же. Вот если бы не было этих штырей, я мог бы две бомбы здесь попытаться активировать, но не получится. А эту бомбу я дважды не активирую с этой тоже. Хотя вот та она как бы активированная разок. Давайте так попробуем. X2 там был. Боже, я думал, это все, это хана. Такое хорошее начало было по предметам. Я сейчас так расстроился на самом деле, что видел, что может это все походу. Охренеть. Вот это был хороший бросок. Что-то я вначале слишком расслабился. Не надо было хилку использовать. Надо было быстрее дамажить и быстрее до эрки докапываться. Заметил я ее раньше, было бы намного легче. Ну из-за этого прямо беда целая была. Так, что у нас тут будет? 0.5 урона. А за каждое попадание по штырю. И будет еще и... Кстати, за каждое попадание. А плотный шар будет активировать несколько раз этот эффект, получается? Может быть, с плотным шаром было бы это очень хорошо. Должно много раз активировать. Должно работать с этим шаром, то есть. Тоже только один раз за бой. Статы повышаются. Пока что шаровую молнию на самом деле выглядит выигрышнее, как будто бы. Так, и здесь у меня кинетический метеорит. Все шары получают плюс 2, плюс 0, на столе появляется на 1 крит меньше. Можно криты удалить у себя. Это будет эффективно для шаровой молнии, для хилки. Арблейшн будет минус, но не сильный. Кинжар. Так, в принципе, неплохой вариант. На одну эрку меньше, но у нас морбит у всех будет. Плюс 2, плюс 3, но только мы в 14 направлении можем стрелять. Я насчет простенького кулона думаю, мне вот это нравится. Критов не будет, и хрен с ними. 100 плюс 2 урона, в том числе на шаровой молнии. Это прям много на хилке. Слушайте, я возьму себе это, не возьму себе кинетический метеорит. Мне кажется, это будет правильное решение вполне себе. У меня запись идет. Все нормально.
Так, очень интересный первый этаж. Очень неинтересный босс. Черт. Я бы предпочел стену, наверное. Ой, какая карта. Чуть не помню, какая карта вообще. Хотя, может, встречалась, но редко просто. Наверное, так. Так, критов у нас нет, соответственно, и... Бомб много. Ох, сейчас в огонь полетит легко. Нет, в X2. Да, он здесь у них щиты. В принципе, можно подождать. Потом бомбы будем активно активировать. А, хотя, знаете, что я кину так же молнию. Ладно. Карта не очень удобная, но мы бомбами их захреначим. Ну, давайте хилку тогда кинем одну. Ну, как иначе-то? Если хилку, то и по лицу получить попутно. Так, еще одну. И снова? Эта фишка реально меня дамажит постоянно. Так, теперь. Ну, кинжар можно кинуть, в принципе, у меня там 3 урона. Мне не важно сейчас, какой шар кидать, меня больше интересует просто бомбы. Хотя не то, что не важно, на самом деле. Они ко мне почти подошли уже. А до бомб здесь дотянуть не очень удобно. Пока раскопаешься, будешь очень постепенно атаковать. Пробивать. Ну, хотя сейчас уже есть шансы. Блин, мне кажется, что так оно. Да, вот так и думал, что сейчас оно. По разочку их тыкнет, но теперь мы его уже добиваем точно. Держите бомбы. Так, есть ресторб, да? Хилка 4. Ну, мне это не надо, я думаю, тоже. Улучшаем шары дальше или копим на магазин? Я думаю, что может быть покопить нам... Хотя где магазин, погодите. Магазины под конец, две штуки только есть. У нас красивая симметрия такая. Здесь два магазина, здесь две элитки. В любом случае на две элитки можем пойти, да? Так, ну тогда улучшаем шар, потому что времени, в принципе, впереди еще много. И мне нужны будут очень сильные удаления. Жалко, что у меня только один магазин впереди, и я надеюсь сильно на то, что мы удаление где-то по дороге найдем. Если у меня будет ивент с блёбами, то будет очень хорошо, который забирает. Справа на сундук больше, слева на вопросики. Наверное, сундуки меня больше интересуют. Блин, а не обосраться бы еще? Нормально. Где она такая смачная, такая полосочка монеток была еще. Которую тоже очень хотелось залутать, но нет уже. Так, как бы здесь так ровненько-ровненько вертикально. Так не кинешь, да? Идеально не получилось, но в принципе бомбу разок активировали. Быстро до нее доберемся тоже. Нормально будет. 10! Ни хрена он не бьют с первого хода, как неприятного весьма. Фишка сейчас вряд ли какую-то особую роль будет играть на самом деле. Она будет просто мне то подсирать, то добавлять немножечко. Хотя больше пока что, знаете, вот, может быть, будет такое ложное впечатление, что ты чаще попадаешь в огонек, например. Потому что ты больше акцентируешь внимание тогда, когда вот эта неприятная ситуация. X2 попал, такой типа, о, хорошо, приятно. А в огонек попал, сразу так типа, ааа. Поэтому акцентируя внимание на каком-то вот таком вот неположительном событии, бывает кажется ложно, что ты туда попадаешь чаще. Но на самом деле... Это так может не работать, наоборот, совсем. Так, в принципе, еще одну хилку можно кинуть. Нам есть что хилять, и до бомб мы в основном пытаемся докопаться. Ну ладно, мы выхилимся полностью, да. Теперь надо в бомбу уже. Ну, либо выносить толмого просто. Знаете что, вверху, короче. Надо не забывать про обычный урон, потому что бомб у меня сейчас, их количество не возрастает. Мне нужен обычный дамаг, поскольку скоро бомбы перестанут быть актуальны настолько. Если у меня сейчас мы не найдем какой-то обновление, во. Не помню, как он называется просто, да. Это мне не надо, я думаю. Тоже улучшаем шар. Шар памяти. Ну давай шар памяти улучшим. Мне нужно удалить лишние шары и найти еще себе какие-то либо бомбы, либо просто вот источники урона. Хорошо чистить стол быстренько, арблейшн дамажить, со сфероточностью финишировать врага. Вот какая-то такая у меня тактика сейчас должна быть. Так, я думаю, что надо бить сейчас ассасинов. До других мобов мы с бомб доберем. Здесь у тебя бомб всего лишь одна изначальная в центре и три, которые наши появились. Их едва ли нам хватит, но хватит, в принципе. Правда, дойти на них будет трудно. Ну, на тебе! 800 лишним уроном, 900 даже. Красивая такая кара небесная идет. Так, здесь у нас 21 всего лишь в резерве. Шар памяти... Чего я со сфероточностью его назвал? Шар памяти называется же. Со сфероточностью это другое. Шар памяти в основном на боссах будет, наверное, актуален. Оп, бомбочки есть, хорошо. На обычных боях он не успеет раскачаться так.
И, кстати говоря, на этом боссе, который у меня сейчас есть, он будет не так хорош, потому что на нем ты стол не настолько активно чистишь, как на стене, в которой прям штырей у тебя целая тонна за этаж уничтожает, за бой уничтожается. Плюс 42. Он нацеленный, он не будет бить по щиту. Давайте так сделаем и попробуем, вот, чтобы он в центре где-то подзастрял, немножечко, да, неплохо, в принципе. И еще x2. Замечательно вообще. Неплохо полетело. Блин, а здесь маг был. Надо было мага, наверное, ударить, да? Ай-яй. Вот, сейчас две хилки. Две хилки — это значит, что два хода мы можем просто вот халявно кидать и чистить стол. В поисках бомб. Именно с расчетом на это я хилку использую. Просто тянем время. Потому что я не рассчитывал, что я отхиляюсь этой хилкой в конце боя. Это мой единственный шанс сейчас. Поэтому просто вот... Черт, не очень удачно получилось, но ладно. Сейчас мне кинжар надо выкидывать, кстати говоря. О, как оно даже в x1 улетело, от этих 0.5 избежало. Между прочим, у них еще много хп. Не очень хорошо. Дальше рву молнию. Ее как-нибудь вот сюда, в центр. А, вылетело. Им 0.5. И еще я прицел этот просто никогда о нем не вспоминаю. Никогда не вспомню, мне кажется. Поторопился. Одна бомба здесь остается неудачно, с бомбами вышла. Но мы, в принципе, впереди еще отхиляемся, я думаю, в боях. Надо верку фигачить. Ждать на шрабы молнии. Давай же! Эту бомбочку надо активировать сейчас любой ценой. Вот в это очко можно попытаться попасть. Если выйдет там напрямую как-то. О, получается, по-моему. Отлично вообще. Хорош. Все, так, один готов, второй будет сейчас подбит частично. Вот смотрите, видите, оп-оп-оп, и в x2 улетело, хотя казалось бы, каким образом она туда полетит. Держите, и все, в щит, правда, но тем не менее, щит сломали. Можно арплейшн запустить и мага вынести, но мне кажется, что надо что-то другое делать. Надо вот так стрелять и надеяться на бомбу, на эрку, да, на x1 дополнительно еще. Этот готов, маг подходит, и мага добиваем просто с обычного камня, наверное. Пытаемся добить. Ну, думаю, что должны добить. Там трудно набрать меньше урона, да, спокойно. Окей, меня сильно как продамажили, но не паримся, потому что мы активно лечимся. Вот, кстати говоря, есть плотный шар, который активирует штырь несколько раз подряд. Это может быть очень хорошо для шара памяти, если... За каждое попадание по штырю. А он как бы не попадает, он активирует каждый штырь два раза. Я вот в этом не уверен. Будет ли это работать или нет, я не знаю. Может быть, подошло бы, но я не буду рисковать. Хотя, у меня 3 урона. Потом это будет 12 урона просто халявного с этого шара. Но, блин, если он не будет сочетаться с этим шаром, то это вообще бесполезняк. То мне он вообще не в тему. Нужно ли мне еще один шар добавлять в колоду? Давайте проверим. Пускай будет. Я надеюсь, что будет работать. А дальше что? У него урон качается, 5-4 будет. Ну, плюс 1 получается, качается, то и другое. А у него, погодите, можно использовать один раз за бой? Его может быть много раз использовать за бой? Вот это приятно, кстати. У него бонус урона остается такой же, но теперь он не исчезает. Не одноразовый. Хорошо. Это мне пригодится. Так, теперь мне надо на бой и на сундук. Ау, чей язык прикусил. На бой и на сундук. Оп, вот так. Мы лишнее не скипаем. Это наше золото, все такое, поэтому да. Клитки желательно будут отхиляться. Так, у нас есть два мага будет, еще потом придут дополнительно. Шар памяти не в тему ты пришел. Да и камень тоже сбрасываем. Пока что просто кидаем рандомно и ждем прибытия магов. Ну, потихонечку можно там постреливать. Вот, две бомбы активировали. Чуть-чуть, потихоньку. И мне этот завшил. Кстати, плотный шар будет активировать бомбы моментально. И вот сейчас надо обратить внимание. В шаре памяти у нас... А, я не могу так посмотреть, да? Это надо, чтобы он пришел позже. Ну ладно, хрен с ним. Хотя тут трудно понять, на самом деле, сколько я шаров задел сейчас. Если будет x4 прокачан, да, x4 активирует, то я там почувствую сразу разницу, что шар качается слишком сильно. Очень-очень быстро. Это будет сразу ощутимо. Так, и давайте, наверное, сбрасывать, потому что мне впереди надо до хилки добраться еще. Я к элитке хочу восстановиться более-менее. А у меня тут уже... Вот не в бомбу. Хорош. Избежал ее, хорош, отлично вообще. Потому что у меня там маг еще впереди придет. Я думаю, что не вынесем его так. Да, не близко даже. Так, теперь хилка. Как мне хилку выкинуть? Эрка неудачно лежит. Давайте попробуем вот так. И нормально полетел направо. И вот у меня фулл хил уже есть. Замечательно.
Можно еще разок полечиться, попытаясь в бомбу попасть вот в эту. Ну, в эту легко плотно попасть. Дальше бы куда-то еще залететь. Ну, зато кильнулись. Меня сейчас, правда, кусать начнут потихонечку. Но пока что не критично. Здесь 71 урона уже. Нормально. В любого врага на экране. Давайте в мага. Или как? Да, наверное, в мага. Если мы активируем одну бомбу, будет хорошо. Как ее активировать только? Ага, сейчас активирую. Как же? Снова они у меня последовательно не в том порядке пришли, в котором мне хотелось. Ну ладно. Да, он сейчас щитки будет быстро ломать вот эти, бомбу активирует сразу же, но он не попал ни туда, ни туда. Ладно, понимаю. Эрка вот... Серьезно, все-таки я бы не отказался сейчас от того релика, который перемешивает эрки каждый ход. В некоторых боях это реально очень в тему. Где-то может поднасолить, но вот где она прям расположилась очень подло, это может зарешать. Есть, разок бомбу активировали, мне это, в принципе, уже будет достаточно, чтобы одному снести. Давайте я не буду кидать, я кинул так и надеялся, что может быть налево улетит как-нибудь или менее. Сейчас я долго буду этого выносить, зря я Airblash, наверное, выкинул. Хотя, да, долго буду выносить. Тут эти щитки мешаются. Надо эти бомбы пробуждать как-то пытаться. Слушайте, много меня надамажит, да? Я не помню, какие здесь элитки есть. Есть маг, есть, по-моему, рыцарь еще, да? Раз, два. Не в щит его. Слушайте, вот эти мобы на втором этаже с 0.5 урона в их щиты, все-таки они поддушивают. Это тебе надо как-то либо мимо щита их бить, либо щит очень быстро ломать. Так, а эта штука у нас будет на это направленный урон, да? Да, это сразу это сквозь щит, соответственно, бьет. Валун есть. Есть призрачный шар, который бьет всех врагов. Мне кажется, это может быть неплохо. Слушайте, большая колода получается, но очень разносторонняя. Может, плотный шар я зря добавил себе. Так, а магазин где у нас будет? Магазин уже там через несколько боев. Может быть, сейчас уже не стоит улучшать, бежать куда-то торопиться так. Или карту убрать. Что у него улучшается? У него еще больше урон будет, да? Думаю, пока что можно подождать. Теперь моя награда. 47 хп, да, это я так хотел клитки с full хп прийти. Но мы за один бросок как можем выхилиться целиком. В наградах за бой больше появляется шаров реликвий на выбор. Отскоки от стен тоже носят урон. Блин, мне как бы... Давайте это первое возьмем все-таки. Хоть середина забега, но все равно, мне кажется, еще впереди там элитка, босс, там все такое. Еще будет достаточно выборов. Мой финишер опять приходит первым, да? Понимаю. И это маг, который будет сразу мне дамажить, он набирает щиты. Надо здесь торопиться. Надо быстро его убивать желательно. Лучше был бы рыцарь, наверное. Так, плотный шар. Кидаем его вот сюда куда-нибудь. Есть бомбочка. В X1. Ну, в X2 есть... Ну, слушай, проще в X2 попадать тогда, когда у тебя, типа, там X1 по центру, X2 в одной стороне, X0.5 в другой стороне. Тогда проще, конечно, так? Слишком мало шансов рассчитывать на это как-то. Мало шансов, что все получится. Так, а давайте, знаете что? У меня скоро будет хилка. Давайте, наверное, до эрки докапываться. Я хочу подготовить. Есть, отлично. Она проходит насквозь как раз. Правда, он сейчас часть стола еще расчистит меня. Но направо хилку можно будет отправить. Или посмотрим, куда там, где у нас будет X2 еще в том числе. Кто полетел. X2 не очень удачно для меня находится. Ну, кидаем сюда тогда. Главное не в 0.5, а хотя сейчас уже хилки много набрали. Да ты, ну блин, боже, ну почему? Почему в 0.5 все же? Надеюсь, хорошо полечит. Нет, не хорошо полечит. Ну, да. Так, надо торопиться. И опять эрка расположилась неприятно прямо. Вот от крита я избавился, окей, но эрку мне бы наоборот добавить. Ну это прям беда бедой. Есть. И сразу две, да? Еще третий сейчас. Нет, не будет. Так, ну по крайней мере у меня Арблейшн теперь. На 11 урона. Надо его хорошо запустить. В X2 желательно. Давайте так попробуем. Ну как? Фишка! Говняшка, блин, маленькая. Как? Какая рандомная хрень, он меня сейчас уничтожит так.
Ты просто вообще не контролируешь свои броски, абсолютно рандомно. 95 щита, мы умрем на нем сейчас. Сколько это? 100 урона, кстати говоря, неплохо. Просто в 200 кинуть и делать. Нет, надо набирать еще дамаг. Есть в X2. 280, ну он 63 щита берет себе, как это передамажить? Слишком затянули бой, это походу смерть. Серьезно, но вот этой элитке. Она, по-моему, стала гораздо страшнее. Изначально она так страшнее ощущалась. А сейчас просто вот... Не пришло у меня удаление шаров. Не было у меня магазинов вовремя. Не было у меня событий на удаление. Колода засрана. В итоге, как бы шары нормальные, но не успеваешь как-то. В таких боях против одиночной цели, которая хиляется, считайте. Ну это жесть просто. Это же бронебублик, это хуже хила, потому что оно еще и сверх... Ну и сверх ХП может быть даже. Если там вначале, допустим, дамажить совсем не будешь. Ну это трындец. Короче, фишку больше не берем. Сколько раз она, у меня вопрос, сколько раз она в 0.5 попала и сколько раз попала в X1, X2? Она меня надамажила, трындец. Я думаю, половина всего урона идет от фишки. Еще и снизила мой урон очень сильно. Вот как бы я ни говорил, что... В среднем там, в принципе, тебе как бы выгодно. Да блин, она такое нестабильное все делает. Это трындец. Просто без шансов. У меня нет защиты после, это самое, как его. Защита во время перезарядки, еще что-то такого. Она мне кучу урона нанесла и кучу урона убрала у меня. А маг этот прям, ну, говнюк. Если ты его быстро не успел убить, то на этом этапе бить больше, чем он наносит щита каждый ход, далеко не всегда получается. А если у тебя, допустим, там один бросок на 150, другие там два могут быть не самые удачные, ты встать на месте будешь. Пипец просто. Задушил на самом деле, просто задушил. Вот в таких сериях самое большое неудовлетворение у меня, потому что получается и с Arblation, и со всем прочим в первом забеге я не поиграл особо, да, так? И в название ролика это особо не вставишь. И в том, что у меня будет во второй части забега тоже, как бы у нас тут... Получается, что это будет такой вот в формате полунарезочки, и ни рыба, ни мясо выходит, но, к сожалению, вероятность таких забегов постепенно у тебя сильно повышается. Вот вроде и нормальный был старт, но на бомбы не сложилось, не было шаромбы, магазинов не было. Там были и мои ошибки, но я считаю, что рандом меня во многих моментах сильно прям подставлял. Все-таки. Это я, конечно, удачно первый шар нашел. Тут-то шарик есть уже. Ну, так, такая штука, которая, ну, реально, просто вот, ну, всегда везде тебе надо ее брать. Нифига тут элиток прям нафигачило. Ну, отхиляться-то я смогу, получается, но в магазин смысла идти нет. Кто, блин, эрки так пихает, а? Что на них надо прям пачку ходов тратить, чтобы дотянуться. Это просто, это пока что самый душащий элемент, наверное, который бывает в начале, который душит тебя просто в половине всех забегов, наверное, возникает. Именно вот эта раздача эрок. Если не нашел доп эрку, если тебе не выпало удачно как-то, ну, если нет перемешивания, то ты будешь с этим мучиться. Ну и он меня, кстати говоря, по сути убивает. Я тут тоже умываю руки. Два раза подряд одна и та же элитка. Блин, а почему элитка вообще? Погодите. А, она в вопросики попалась. Все понятно. Я думаю, я вроде не рассчитывал на элитку. Вот это подстава была. Просто задушили стартом опять же. Эрка перемещается после каждого выстрела. То, что меня не будет душить, да? Или же вот это, чтобы меня огонь не дамажил. И чтобы мы подхилились немножечко. Наверное, все-таки тактическое угощение нам надо. Задолбали меня эти эрки, которые одна на экране и находится в жопе мира. Блин, я забыл, что у меня эрка перемешивается. Я специально ее оставил здесь, чтобы на следующий ход ее использовать. А теперь она в жопе мира. Какой, блин, релик. Вроде взял его, чтобы он меня не, чтобы меня не бесила эрка. Теперь она меня не бесит, но бесит после того, как я рассчитываю, чтобы ее грамотно использовать, она берет и уходит в другое место. Ну, охрененно. Причем, смотри, такая тема. У меня вот есть шар, который создает другие криты. Но смотрите на эти криты. Они не меняют свою позицию. Но тот крит, который у нас изначально на столе обычный, он перемешивается. А вот те, которые создает у меня критомяч, они остаются на тех местах, где он их как раз-таки создал. Я еще Ёшкин шар себе взял таким вот, как вот сбрасывать его, как юзать по толпе просто разово. Грамотно, и пускай будет в принципе. Так-то неплохой шар весьма себе. Много где он может протащить.
Бомба взрывает штыри рядом при, сам, при взрыве. Обновляет стол при каждой перезарядке. Два круглицепса. Я от критов играю. Бомба носит больше урон. Надо брать себе либо усиленный порох, потому что он мне даст еще релик здесь, возможно. Либо ничего не брать. Давайте возьмем, наверное, его, да. И сбрасывать камни пока не будем, потому что я в любом случае во втором магазине сбросить не смогу удалить. Посмотрим, что у нас будет во втором магазине. То, что золото с редки я наберу. Ага, реванш, да? Так, это будет страшно, если честно. Надо быстро ее уничтожать, прям очень быстро. Нужен крит. Я очень надеюсь на... Я очень надеялся, что оно в крит все-таки попадет. Триндец, оно пол стола расчистило и ноль урона. Ну, ё-моё, ну как это называть, а? Ну, давай вот так оно достанет нам, в принципе. А мой крит-омяч в самом конце пришел. Ну, рандом пеглина. Раздача была неудачнее. Он сейчас будет стакать читы. По-моему, это просто вот... По-моему, меня сейчас опять снести может легко очень. Очень легко. У меня ёшкин шар не подходит. Камни не наносят урона. Жесть. Просто триндец. Я сбрасываю снова мне в крит. У меня мало шансов попасть. Ну, хотя нет, они есть вполне. Были. Ладно. 30 щита у него. Я не знаю, чего он там, как он именно считает свой крит. Ой, свои щиты, точнее. Сколько он их много набирает. Критов не так много создалось, как мне хотелось бы. 59 щита. Может, он как-то чем дальше, тем больше набирает, начинает их стакать себе, я не знаю. Но это прям какая-то жесть. До эрки не долетает и просто ты ничего не можешь сделать, забеги. От тебя практически ничего не зависит. Как ни кинь, хрен его знает, как попасть. Вот, эрка наконец-таки есть. Допустим. Но у него 72 щита, у него целая куча хп еще. А, вот это не активируется, да? Это надо прям проломать, чтобы активировать. Ну, ё-моё. Просто фиаско. Я не знаю, честно говоря, что тут... Что-то говорить. Это просто какая-то жесть. В каждом из сегодняшних забегов... Что-то совсем не по плану все идет. Ну, сброс, допустим. Этот всегда критует. Я думаю, что дело не в матрешке. Дело в том, что тебе слишком необходимо. Если у тебя билд не играет от отсутствия эрок, то тебе... Твоя задача, как бы, знаете, убрать обратно негативный эффект от Шармагеддона. Найти себе обратно одну или две эрки. То есть, вот еще что. Это буквально в каждом забеге нужно делать. Не попалось? Очень сильно душишься. Во многих боях. Он еще, кстати говоря, он нам щиты накладывает, когда попадает по нам. И набирает себе просто тонну. Не успел. Это что, чек ДПС чистый? Ну и, в общем-то, тут... А, у него... Он щитом кидается. Вот оно что даже, как это работает. Он набирает щит, потом его кидает и снимает весь щит с экрана. Хм. Ни хрена себе механика. Ну это прям, ну без шансов было, по-моему, тоже. После парочки неудачных попыток сейчас начал забег. У меня крит со старта. Не очень удачно получился маршрут вначале, потому что элитки были. Как-то по дропу все мимо. Хотя один камень у меня получилось удалить. И я нашел смотрешарик после обычного боя. И у меня еще и эхошар есть. Но лучше другое. У меня много золота. Впереди раз сундук, два сундук, магазин. Я два магазина решил избежать, потому что мне так много не понадобится. Еще и по сундукам не смогу пойти. Так будет выгоднее. В целом такое уже неплохо получилось со стартом. И еще и, кстати, модная бандана, доп эрка. Я понял, что, короче, ну реально тебе надо просто... Возвышение здесь заставляет тебя пытаться всеми силами вернуть обратно свои параметры базовые, которые у тебя изначально идут в игре. То есть две эрки на столе, чтобы было. Потому что без этого, ну... Многие забеги просто душатся нереально. Но пока начало, в принципе, задел такой неплохой. Еще и матрешарик есть, можно через него пытаться сделать что-нибудь. Так, вот, иди в пень. Слишком оно много ждет здоровья даже банально. Вот, серьезно, оно просто дамажит сильно тебя. А профит очень сомнительный. Не, все-таки не буду брать. Вот теперь самое трудное. Надо как-то пойти налево. Это очень важно. Фух.
Налево это плюс один сундук халявный, считайте. Так что очень хорошо. Один сброс шара или же ослепление врагов на несколько ходов при атаках. Наверное, сброс шара поприятнее звучит. Чтобы как-то ролить нужный бросок для эхо-шара, например. Так, ну и дальше магазин, в котором можно купить себе целых два релика. Главное еще на боссе как-то не слиться, продержаться бы. Три бомбы можно взять, каждая перезарядка два круглицепса. Один круглицепс в начале боя. Честно говоря, в магазине можно было бы что-то поинтереснее поискать. Критомяч есть, нужен ли он мне, вопрос? Он не особо, кстати, хотя у него урон-то нормальный будет потом. Можно удалить себе обычный камень, но мне надо как-то, чтобы дамага хватило. Шаровую молнию взять, чтобы направленным уроном бить по кроту, может быть. Может, есть смысл. Знаете, что я себе, ребят, возьму? Я возьму покоритель шпиля плюс один круглицепс. И круглицепс при перезарядке. Потому что у меня с одним круглицепсом у меня уже обычные атаки на моих шарах становятся силой критов. Это касается и матрешарика, и эхо-шара. Что очень неплохо. Так, яблоко есть, либо обновляет стол при каждой перезарядке. Ну, давай, наверное, щит все-таки. И теперь у меня кротище здесь. Ох ты, блин, я 4 удара его выдержу. Ну, 4 у меня будет фатально, если меня не будет бить другие мобы еще. Вот что надо учитывать. Так, ну пока что поначалу мы просто кидаем, как попало. Можно в бомбы, не знаю, там пытаться их поджечь хотя бы. И как раз матрешарик приходит на нужный ход. Главное, чтобы у меня этот ход был после перезарядки. Надо вот... Ага, хорошо, обновилось сейчас уже. Допустим. Надо как-то кинуть так, чтобы в конце этого хода мы в перезарядку попали, либо по минимуму здесь разрушили. Мы разрушили здесь прилично, если честно. Перезарядка вот здесь была. Матрешарик, у него есть шансы, в принципе, неплохо полететь. Давайте попробуем. Хотя матрешарик начального уровня не настолько еще мощный. Да, он не так будет много набирать урона. Хотя все равно, да, набрал. Более-менее пойдет, в принципе. После этого можно кинуть эхо-шар. На 34 он добавит урона. В принципе, мне этого хватит, я думаю. Да, я не буду кидать кинжар. Просто кинем вот таким способом и вынесем эти цветочки. Плюс еще крота ударим немножко. Тоже будет приятно, пригодится. Нормальный удар вполне. Стоп, один цветочек выжил, погодите-ка. Теперь мне надо как-то верочку. Чтобы оно вот вертикально четко... Ух, как хорошо полетело. Но сейчас крот сделает, если я правильно понимаю, двойной ход. Нет, не двойной ход, он сделал только... Или, походу, два хода ему надо было, кажется, к штуковине подойти. Так, ладно, допустим. Эхо-шар мне не подойдет. Камень мне, в принципе, кстати, 5 урона у него неплохо. Можно ударить с камня сильно, а потом эхо-шаром еще добавить. Было бы круто. Попасть бы камнем направо, чтобы в криты, но он туда не долетит, у меня вообще налево пошел. Понятно, но круглицы-то сейчас мне затащит этот бой, походу. Ну, так, прилично добавит в нем, скажем так. И мне надо в крит теперь не попадать. Пожалуйста. Пожалуйста, не попадай в крит. Хорош. Потому что крит мне сейчас заметно бы снизил урон. В принципе, неплохой задел для забега, мне кажется, весьма. Но сейчас моя задача просто, не знаю, бомбы взрывать и как можно больше золота вынести с боя. И, соответственно, сейчас 32 урона ему нанести любой ценой. Вот еще что важно. В принципе, с критом вот здесь вот так можно это сделать легко, мне кажется. Ну да, уже набрано, хорошо. Окей. А, ну и, кстати говоря, я бы все равно выжил бы еще один ход, в случае чего. Кинжар второго уровня не надо, а волейбарда, я думаю, тоже. Улучшать шарик, в принципе, можно. Матрешарик вкачать себе, будет мультишар у него 2, давай. Самая большая матрешка на мультишар. А, ну блин, она не будет работать, у меня дамага не хватит, чтобы носить хоть что-то. Минус 2 будет, это будет полная жопа. Мне сейчас это брать нельзя. Бомбы тоже лишние. Двойное количество монеток в бою, но в двойные цены. Это было бы хорошо для билда на урон из золота, например. Но мне сейчас не подходит. Ну, значит, кинетический метеорит, скорее всего. Набор сапера самоубийственно будет. У меня нет такого регена хорошего для этого. Так что просто идем так. Боссом у меня стена, в принципе. Со стеной это, в принципе, это более желаемый босс, потому что другой босс обычно тебя за время, пока стена к тебе подходила бы, он тебя обычным уроном может снести еще, даже если у тебя много хп. Ну, то есть ты активно отхиливаешь, что не такой страшный, да. Два сундука по бокам, магазин, еще магазин будет два подряд, если пойти налево. А под конец элитка, да, еще? Даже не знаю. Ну, или в начале элитку. Элитки на втором этаже реально страшно, не знаю, насколько я хочу на них идти. С другой стороны, релики мне нужны все-таки. Вот, кстати говоря, это топорище.
Мне хватать на рука сейчас не особо интересно. Это нужно пробивание какое-нибудь и по горизонтали, чтобы бить. А вот топор, фулл урон врагам с резистами, я его никогда, по-моему, не брал. Или, может, брал и не обращал внимания. Но вот на этом этаже он как раз-таки может пригодиться. Больше наград после боя, плюс 0, плюс 1. Самоурон снижает от шаров. Наверное, надо брать глаз черепахи просто, либо удалять камень. Но я думаю, что, наверное, все-таки глаз черепахи, потому что больше выбора это вкусно, а мы крутить колоду свою можем за счет того, что у меня доп сброс есть, обои руки. И в магазине, да, и мы купили вот этот вот слот как раз-таки, видите, у нас здесь кубики отражают как раз-таки, и этот кубик теперь у нас исчез. Такая вот небольшая особенность, такая забавная в магазине. На что мне обратили внимание в комментариях как раз таки. И если честно сказать, я не уверен, что я хочу найти на элитку. Если там будет элитка, опять это долбанный маг, он меня третий раз снесет. Ну прям вообще на изи. Я не наберу много урона. И сейчас плюс один крит, кстати говоря, на столе мне мешает. Но мне так хочется на элитку пойти. А если там будет не маг? Давай, короче, на элитку. Если попадем, конечно. Сейчас он меня как с этими метеоритами еще кинетическими... Налево, направо спокойно может улететь. Вот так, например, да. Пеглин замечательная игрушка. Она очень приятная, но... она слишком рандомная. От тебя тут прям минимум зависит. На всех этапах игры практически. И все-таки попал. Все-таки получилось. Ну, надеюсь, что свою смерть я там не найду хотя бы. Здесь у меня протиснуться... Так, стоп, что это такое? Ты проводишь рукой по стене коридора и находишь незаметный узкий проход. Протиснуться в проход, неизвестный путь. А, стоп, неизвестный путь, а как это понимать? У меня выбора пути нет ведь. Допустим. А, это тоннель. О, как прикольно. Это по сути, идейное такое событие для этой карты. Мы перенаправляемся на противоположную сторону. Ты идешь по коридору, как вдруг кучка кирпичных слаймов перекрывают тебе дорогу. Они выглядят совсем безразличными. Может быть, ты сможешь обхитрить их и заставить врезаться друг в друга, чтобы разбиться на кусочки. Или можно попробовать атаковать их издалека. Три камня не хочу атаковать слаймов каменных. Ну, ладно. Просто обычный бой. Забавно тоже такая карта. Здесь, по сути, вот эти вот кубики, они весь так прыгают туда-сюда. Это же слаймов изображает. Буквально, я только сейчас об этом задумался, если честно. Три бомбочки, первый готов. Блин, к сожалению, до эхо шара очень далеко. Если получится вот сейчас как-то обновление использовать. И так, чтобы у меня по минимуму здесь разрушилось все. То потом с кинжаром можно, в принципе, очень неплохой бросок сделать. И в эхо шар это запихать дамагом. Если в крит попадем, если крит будет сверху. Будет очень неплохой ход. В крит попадаем легко и... Эхо-шар сейчас много урона в себя впитает. И на элитку мы таки не идем, кстати, да. Меня кусает разок, бьет нагол по голове. Но не страшно. Так, эрка находится, к сожалению, далековато. Не очень удобно. Если в это попадем, будет хорошо. В это не попадем. Но 132 урона всем, это тоже приятно. Правда, это... 12! 24! Жесть, как больно. Нет! Элитка, опять это всратейшая! В обычном бою, ну твою ж, как это называть за душу? Надо быстро крутить колоду, надо быстро ее выносить, надеяться на какое-то чудо. Не знаю, шансы есть, но она слишком жирно бафает себя. Она накидывает мне щиты сюда, и потом этими щитами меня атакуют еще. Чем больше набирает, тем сильнее. Возможно, надо эти щиты ломать, тогда она не будет набирать себе щиты. Кстати, вполне возможно, что это вот так вот работает. Но попробую их ломать еще. Сколько ударов они требуют? Солнечный мяч, или как он называется? Огненный шар. Будет контрить ее, возможно, частично, потому что ломает эти щиты. Вот смотрим, у нас два щита здесь. Она взяла себе 6 щита сюда. В следующий раз она получит в 2 раза больше, судя по всему. Потом она их наберет и долбанет меня на овер до хренолеон урона. Что будет, мягко говоря, не очень. Пожалуйста, в крит. В крит, в крит! Я прошу тебя. В крит попал, хорош. Это хана магу. Все, теперь этот шар просто кидаем хоть куда, а он его выносит.
Наконец-то я на нем отыгрался. Наконец-то я на нем оторвался. Огненный шар дают мне, арблейшн. Я думаю, что ни то, ни другое не надо. Мне надо просто качать то, что у меня сейчас есть. И качать по максимуму, да, у меня здесь еще выбор очень большой. Огромолоток есть на матрешарик. Убрать бы свои криты как-нибудь, а? Ну, если на два раза больше урона, когда у тебя мало хп остается. Каждый четвертый раз доска обновляется, случайно добавляется один круглицепс или одна верткость. Четвертый раз. Прям много надо обновлений. Чем дольше шары летят, тем больше дополнительного урона ты нанесешь. Вопрос, насколько это много. Мне по одиночной цели сейчас больше урона, если честно, нужен. Даже не агромолоток. Мне реально нужен, наверное, нужны карманные часы, либо курс переподготовки, чтобы бафать себе дамаг за обновление. Но это надо прям много-много обновлений. Давайте возьмем карманные часы. Я не уверен, насколько они эффективны, насколько они много бафают урон, но попробуем еще раз. Я с ними как-то бегал, но сколько именно они добавили мне урона, я без понятия. Естественно, в огонь нахрен. Пожадничал золото, решил взять вот себе, у меня 23 хп. Была мысль взять x2 урон при 25% хп или ниже, то, что у нас сейчас это будет работать. Но как-то не хотелось, если честно. Ты едва замечаешь вытянутую фигуру, скрывающуюся в тени. В голове звучит странно манящий голос. Жаждешь власти, маленький пеглин? Не хотел бы ты заключить сделку? Минус 50 максимум хп и особая реликвия. Это не та ли, которая каждый пятый удар вытягивает хп из врага? Если так, то это идеально. Я, правда, потратил золото сейчас немного на отхил. Разок. Но мне прям нужен реген, вот так или иначе. Крадет один АЗ у выбранного врага, за каждый пятый задетый штырь. Да, адский слиток, отлично. У меня хотя бы реген появляется теперь, наконец-таки. Можно в таком случае пойти, может быть, даже налево. Может быть, я вынесу элитку. С регеном хорошим. Шансы есть. Это вкусно будет. Жадность, блин. Как бы не сгубила меня, если мы на нее сейчас сможем попасть. А я смогу попасть. Скорее всего. Да, смогу, я думаю. В основном 6 УЗ при перезарядке. 0-1 атаки все получают. Ну, криты бафнуть. Чтобы они хотя бы в самом начале были немножечко выгоднее. Я думаю, что это будет лучше. И на элитку давайте попробуем. Жадность манит. Если будет даже этот маг, то в принципе я думаю, что мы его снесем точно. Да, он, хорошо. Правда, матрешарик с эхошариком пришли прям не очень удачно. Хотя кинжар идет перед ним еще. Есть шанс на него просчитывать, например. Но стараемся все равно побыстрее его бить. Мы в принципе отхиливаться будем. Он мне не должен прям легко вынести. В любом случае будет долго меня калашматить. А вон по чуть-чуть видно, что шарик добавляет урона, пока летает. Правда, не всем понимаю, он какой урон засчитывает? Типа текущий? Обычный или крит, или как? Текущий актуальный, в смысле. Ой, слушайте, хороший выстрел вполне себе. Эхошар 200 с лишним урона наберет. Да, по-моему, он, кстати, добавляет часики именно тот урон, который идет с самого шара. Не по единичке добавляет, например, условно, да? А именно тот, который актуальный сейчас у шарика. Идет как за один штырь, в общем-то, вот что я хочу сказать. В принципе, за бросок он, не знаю, там 3, 5, 10 добавлений дает. Весьма приятно. Смотрю шарику, криты пока что выгоднее, так что давай. Вот я и целиком практически отхилялся. Вот оно. Да, не зря я взял этот релик. Да, мы целиком даже отхилялись уже. Нормально. Два раза за сегодня меня этот маг наказал. Два раза мы сейчас его за сегодня накажем. Правда, я это вот этот последний забег, который сейчас у меня идет, я его записываю уже на следующий день на самом деле. Ну ладно. Неважно. Да, и слушайте, вот кинжа, как его, круглицепсы, я бы хотел себе набирать как-нибудь еще источник их найти, чтобы прям акцентированно через них играть. Но тогда надо удалять все эрки, пытаться как-то. А у меня на одну эрку больше пуговиц дает. Сейчас мне это не очень в тему. Интересно, кстати говоря, дает ли мне... Наверное, нет. За каждый задетый штырь, как бы здесь у нас эффект как за задетый штырь, но он как бы фактически не так не срабатывает, вот что. Плотный шар будет хорошо меня лечить, но мне он особо не нужен. Перемешар перемешивает все, но... По-моему, у меня ничего на это такого особо нет. Да, у нас ничего такого на это нет. Я, наверное, из этого ничего брать не буду, скорее всего. Мне, по-моему, не требуется. Хотя плотный шар можно, он дамажить будет хорошо. Так-то да. Так-то у него урон хорошо раскачает. Слушайте, я возьму себе плотный шар. И я его начну качать. Мне дамага в одну цель может не хватить. У меня эрки активируют также критическую силу. Мне это, наверное, не надо. Каждый 30-й превращается в бомбу. Это у нас, когда мы... Вроде мне объяснили, что эта штука работает так, что когда мы хиляемся при полном хп, наше хп увеличивается на 1. А это будет работать с нашим камнем? Адским слитком? Это же типа имбище, нет, для нас? Если это так, если я правильно помню это.
Если так, то мы просто сейчас будем за каждый хил в овер лечиться, не лечиться, а хп себе повышать максимально. Это же прям лютое, лютейшее сочетание будет. Вообще, кстати говоря, Хашар даже есть смысл кинуть, потому что он будет бить просто по всем врагам. И он наберет... Ну, сколько-то урона он наберет. Блин, я надеюсь, что я не шотну, кстати говоря, по двум зеркалам. Направленный урон. Не, нормально. Не так страшно прям. Мы, кстати, не похилялись в овер. Может, хилка не считается. Может, у меня там не хватало, я не знаю. Нет, смотрите, мы не хилимся. Погодите. Когда ты имеешь максимум хп, повышает твое значение на 1. Я просто не понял, вот, типа, сказано increase the amount gained by 1. Но не сказано, чего он повышает. Меня это и смутило. И он мне хп что-то не особо повышает. Я как бы лечусь. А нет, стоп. Я не лечусь, пока у меня фулл хп от этого релика. Какого хрена? Что за разводняк? Я как бы, да, наверное, за хилку у меня... Блин, смотрю, шарик третьего левела дают. Шар памяти второго. С учетом расчистки. Может, даже он лучше, чем матрешарик третьего будет мне сейчас. Я даже не знаю. Хотя матрешарик очень хорош. Стоп, а я же могу и то, и другое взять, да? Почему я думаю, что у меня выбор? Кстати говоря, дальше у нас национал опять повысилась. Да, я беру и то, и другое нахрен. Что тут думать? Но вот это, конечно, это была бы лютая имбища, но оно не работает так. Оно не хиляет меня тогда, когда у меня, собственно, фулл хп. Ты натыкаешь на кухню, и тебя сразу замечает Пегн, одетый как человеческий повар. Он попытался спрятать свои уши под колпак, и люди, кажется, этого не заметили. Что ты тут делаешь? Ты сейчас меня раскроешь. Кричит он. Пожалуйста, возьми эту реликвию и уходи. Принять взятку и тихо уйти. Раскрыть повара Пегна. Я не помню, что я в прошлый раз отвечал. Наверное, я взял взятку. Я сейчас это сделаю тоже. Давай взятку лучше. Когда враг такой у тебя в ближнем бою, накладывай 10 слепоты. Окей. С этим боссом мне это не поможет. Надо надеяться, что у меня раздача будет удачная. Раздача неудачная. Наверное, Хашар даже нет смысла сейчас кидать. Хотя, нет, есть смысл. Он хотя бы будет дамажить босса. Есть смысл кидать. Так что давай. Если бы мы вынесли хотя бы одного, но мы не вынесем, не близко даже. Матрешарик полетел бы в босса, но так не получится. Не уверен я, что мы его снесем. Много все-таки надо нанести ему дамага. Знаете, что надо было делать? Надо было просто сбрасывать. Надо было крутить колоду побыстрее, возможно. Потому что я быстрее получил бы 2 круга бицепса. И это приятно. Наверное, я сейчас сбрасываю, потому что... Все равно этот матрешарик придется уроном по мобу чисто. И он едва ли его снесет. То есть, может, даже там его эффект не понадобится мне никак. Хотя... Может, нет, матрешарик, может быть, и убил бы его. Ну, то есть он убил бы его, да, и... Может, бомбы даже убили бы. Бомб много тут достаточно. А он еще до сих пор живой, между прочим. Его, его эта штука на следующего только будет уничтожать. Я еще думал, что она подойдет сразу его съест. Нет, она его сейчас будет есть. И она потратила бы на него ход, если бы я его не убил, кстати. А я его убиваю. Может, я его с бомбу? Я его с бомбу убил, отлично. Вот это хорошо. Так, теперь надо очень... Здесь 166 урона. И 4. Давайте попробуем так, и мне надо сейчас по эркам как-то фигачить, они не очень удачно расположились, но получилось нормально попасть все-таки. Плотный шар будет бить... Погоди, он 3 раза, да? С критом нормально может дать урон, у него еще импульсы будут нормально набрать. Окей, следующий бросок надо будет кидать либо в центр, либо вправо куда-то, чтобы эрку активировать. Он сейчас 700 урона где-нибудь наберет, я думаю. Ну, почти, да. Плюс 2 бомбы еще. В принципе, достойно. Но она потихонечку ко мне подходит, соответственно. Теперь мне надо... А, у меня же стол обновляется при перезарядке. Я забыл про это. Да, приятная штучка. По криту желательно, чтобы не попасть, но хрен я не попаду. Я попаду по нему легко. Тут без шансов практически пропустить его. Да, и матрешари, конечно, в этом бою чистит только так. Держи просто. А теперь я беру и кидаю эхо-шар еще на 957. Только надо как-то... Эрки чистятся. С метеоритом, конечно, хрен про это самое. Хрен попадешь. Может, против плотного шара он... А, он же тоже будет скакать сейчас хорошенько. Ай-яй-яй.
Давайте надеемся, что оно долетит как-нибудь, не знаю, справа без. О, попало, отлично, хорош. Потому что сейчас она сделает потом. Она уже больше половины прошла, считайте. Ходов прошлась, которые требуются. Еще бафаем себя. Плотный шар. Давай плотный шар кинем, да. И надо вот именно что кидать его, причем влево, чтобы он до крита не достал. И скакал здесь по максимуму. Эрки далеко, и матрешарик как раз таки их активирует. Он может набрать сейчас очень много, у него 6-3 урон. И считайте 6-3, там 18-3. 18-9 точнее. Надо его еще разок будет качать. Ой, как хорошо набрал. Но до эхо-шара я не дотягиваюсь. Но мы его, в принципе, выносим. Был бы у меня другой босс, я думаю, мы бы его тоже вынесли за счет того, что я просто отхиливался хорошо. Скорее всего, мы бы с ним тоже справились. Хотя с мелочью были бы трудности, возможно. Этого матрешарика как раз таки почти... А, хватило даже, окей. Резинка не нужна, улучшаем шар. Улучшаем шар памяти или... Давайте плотный пока что. И больше не улучшаем. Самая большая матрешка снова предлагается, да? Но она сделает у меня неиграбельные матрешарики. Она сделает почти все неиграбельное. Нужны шары, у которых очень много урона. Которым это плоское понижение, это будет незначительно. Ну, сейчас в два раза больше урона, но теряешь 3 ОЗ за каждый 25 сдетый штырь. Но мы за 25 штырей лечимся на 5. Мы можем это взять легко. Х2 урон себе сделать просто. Это надо брать. Жезл очерепительной силы не только с кукурузой, но и вот с этим, например, это просто идеальное сочетание. Окей, шансов у меня, в принципе, достаточно. У меня кубы. Кубы очень хорошо с эхо-шара полетят, если будет удачная раздача особенно. Посмотрим. Этот забег мне нравится. Он хорошо более-менее собрался так. Шар памяти. Можно его просто скинуть побыстрее, потому что мне он, типа, вряд ли сейчас как-то раскроется особо. Плоско переносит в себя урон, но я хочу до матрешарика быстрее докопаться. Очень хорошо, если в эрку попадем еще под конец. Не попали. Но, в принципе, урон все равно вылетел достойный. Вот как первые забеги меня душили, так этому забегу я прям дико рад, потому что он прям хорошо идет. Хорошо идет. Нашел, опять же, я говорю, нашел несколько штук, которые сфокусировалось все. Собрала симба и... Все. В принципе, проходим вполне себе уверенно. Не с огромным запасом, кстати говоря, но просто уверенно. 2-8 не надо, а вот это... 2-3 давай. Хотя 2-3-то это... Да, он уже... До перезарядок у меня не так много всяких статов. Но, к сожалению, перезаряжаться как-то халявно я не могу. То есть прям крутить свою колоду не особо сильно хочется. Давай, хоть куда кидаем, просто по монеткам пособирать их. Так, а вот это, кстати, то, что может подойти на босса. Проходит всех врагов. Прошивает. Пока летит нас... Да, это надо брать. Это на этого босса будет очень круто. И мы это сразу, наверное, улучшаем. Это чисто вот подстраиваемся под то, что нас ждет дальше. Так, сейчас мне, в принципе, без разницы, куда кидать. Просто собираем деньги. Вот так, хорош. Слушайте, в таком бою реально под конец можно подсобирать, если скидывают вот эти вот черные дыры. Если получится в них прям так рассчитывать. Бомбы взрывают 4 рядом при перезарядке. Все... О, атаки 1-0 получают. Это очень хорошо. 4 рядом при взрыве. Тоже может быть полезно, но не всегда прям сильно нужно. Я бы лучше вот эту штучку взял. Пожалуйста. Фух. Отлично. Один атаки это как... Ну, как покоритель шпиля, в общем-то. Мы как раз через обычный урон идем. Единственное, что мне малину всю... А ты что, улетел? А что они отлетели? До этого вроде не летали. Малину портит. Это мой самый стартовый релик, который я взял. Предотвращает первую потерю зов в каждом бою. Криш 3 теперь также обновляют стол. А вот это, кстати, неплохо. Первая потеря в бою меня не так сильно волнует. Меня волнует, если враг какой-то качается, как раз-таки последующие потери будут сильными. Первую мы отхиливаем легко весьма. Погнали, я думаю, что... Ну, по вопросикам, наверное. Не знаю, что мы здесь можем искать. Что меня может интересовать в вопросиках. Ну, бой тоже. Ладно, бывают. Так, сейчас мне без разницы, в крит вообще бить или нет. Только единственное, что крит обновляет стол. Ну и тут урона хватит. Урона за глаза хватит, да. Но, соответственно, сейчас за счет жезла черепительной силы у нас хилка как бы слабее все-таки значительно становится. Но, тем не менее, ее все равно за глаза хватит в большинстве мест, я думаю. Шар памяти. Мне нужно удаление шаров. Вот что мне нужно. Удаление камней. Убрать все лишнее. У нас колода большая, но у нас, в принципе, качественные шары, которые друг другу не мешают. Некоторые друг другу помогают.
приготовиться к удару, попытаться увернуться, случайный путь. Ну, нет. И 3 камня. 16 хп теряем. Выгонит и полбу. Прости, Пеглин, но придется. Хочу ли на элитку идти? А вдруг она будет страшной какая-то? Не должна быть, наверное. Давайте на элитку попробуем. В сторону элитки, точнее. Я думаю, что если там будет атаки Кимора, то мы отхиляться успеем. Пожертвовать камень. Отлично. А, и второй камень теперь прокачался, да. Хорошее событие. Если будет Кикимора, это ходячая. Мы отхиляемся и потом не будем давать ей... Ага, Кикимора как раз таки. Не будем давать ей передамажить меня. Передамажить мой хил. Попытаемся, по крайней мере, так делать. Так, ну это... Ой, блин, а он же вообще не летит никуда. А, ну у него сейчас будет импульс, в принципе, от метеорита. Так что, ну, сколько-то пролетело. 100% добавляет эхо-шар. В принципе, 372, да, достойно весьма. Можно кинуть вот сюда. Но бой, конечно, тут очень противный именно с точки зрения карты. Одна из самых таких неприятных. Ты у нас 5-6. Наверное, нет смысла, потому что он пролетит наверх сразу же туда. Здесь 42 урона, копейки. Надо матрешарик кидать. Стараться его, кстати говоря, вот сюда, потому что это обновление даст. Нормально набрал. Слушайте, мы сейчас его снесем быстрее, чем он к нам дойдет, возможно. За счет того, что у нас криты обновляют стол, у меня, считаете, очень много обновлений на столе лежит просто. Целая куча у нас стабильно обновляется. И да, он готов. Хорошо держимся весьма. Сверхъестественный третий уровень. Слабый крит урон, который нельзя повысить. Эффекты, которые дают X плюс Y, для этого шара работают как X плюс Y для атак. Ух ты, блин, это то, что нам надо. 9-2. Хотя он будет же критовать иногда, у меня же криты-то есть. Он нам как бы идеально подходит, у нас на него все, но... Если бы у нас не было критов, тогда я, может быть, его взял бы. А так, наверное, все-таки нет. Где у нас магазины есть? Магазины есть спереди, вот здесь один магазин. Можно как раз в этот магазин пойти, а после него уже улучшать все. Справа два магазина, мне кажется, это перебор. А здесь релик. Блин, маршрут не самый удачный, если честно. Но я, наверное, так и сделаю все-таки. Это что такое, что впервые вижу, если честно. Когда ты убиваешь не миньонового моба, дает тебе один макс хп. А, понятно. Гриндинг монстера. Так, ну вот это нам дает прошивание первой цели. На кубах это будет работать весьма. Это у нас первый летальный урон в каждом бою убирает. Но я, наверное, беру себе Prime Rot of Frost, потому что у меня много атак, не имеют прошивания, и мы просто будем бить два куба. Весьма себе. Это по мне, это пойдет. Это хорошо нас так бахнет в этом бою. Думаю, что все шансы есть там победить. Бомба на 10 больше урона, враги не получают дополнительный ход при первой призрядке. Это даст больше профита, мне кажется. У нас не будет большого акцента прям чисто на бомбы. Я не буду пытаться, наверное, все бомбы здесь взорвать. У меня шансов на это практически нет. Так что просто идем по своему маршруту задуманному. Так, и что у нас здесь, значит? Урон камней. Бомба взрывается одного удара вместо двух. Атаки ослепляют врагов. Может быть, вот это, кстати. Наш выбор. Наверное, да. Наверное, вот это. Либо камень удалить, кстати. Наверное, все-таки нет. У нас два сброса, мне этого достаточно. Атаки ослепляют врагов, по двум целям ослепления давать. Ну, глядишь, и промажут. Да, наверное, я это просто выбираю. И на этом у меня, в общем-то, все с магазином. Дальше мне только качать мои шары по максимуму, и все. Так, эхо-шар следующим идет. Тогда я хочу все-таки кинжар кинуть, давай. Если в крит попадет, будет хорошо. Шанс, в принципе, на это есть. Главное, чтобы я очень много урона не получил от красных бомб, потому что здесь их реально много. Я могу охренеть в этом плане. Но они все равно 50 не нанесут мне, правильно? Надо, чтобы они мне и 10 хп не оставили, потому что я могу на следующую тогда помереть. В таком случае мог бы. Но тут вроде как все пока что нормально, все под контролем более-менее. Но, кстати говоря, боится с красными бомбами. Очень опасные для меня. Матрешарик, блин. Черт его знает, кидать, не кидать. Мне кажется, надо вот эту штуку сбагривать и, короче говоря, бить по вот этому червю. Я хочу по минимум здесь штырей задеть. Мне нужно отхиляться полностью к боссу. Мне нужны бои, в которых не будет, блин, красных бомб. Что угодно, но без них. Хоть элитку. Даже без релика, если была бы, мне это было бы лучше гораздо. Так, но это еще не все. А плотный шар, как он будет? Он один штырь активирует, он мне будет засчитываться сюда или нет? Каждый пятый задет, я не помню. Давайте проверим. Да, по-моему, он учитывает. Да, да, он у меня пока он засчитывается, и, соответственно, он меня хиляет очень мощно.
Хорошо, то есть он с этим предметом работает. Меня регулярно еще бьет и... Бомб. Две штуки, они по 5 меня лупят, это весьма больно. Так, но продержались. Улучшить шар, а у меня теперь только улучшать такое добро остается, да? Ну, давай тогда, наверное, кинжар. Или стоп, кинжар ли? У кинжара качается крит. Ну, крит будет... Ну, да-да-да, наверное, все-таки кинжар. Потому что в крит мы попадаем все-таки. Ну, просто идем дальше. Я думал, еще может быть отхиляться просто за золото, потому что... Хотя там процентный хил, он слабенький будет для меня совсем. Потому что если у меня были бы еще два бои подряд с бомбами, они могли бы меня скопытить так-то, серьезно. Хочу ли плотный шар сейчас кидать? Ну, давай, пускай будет. Он меня просто похиляет, там все такое. Да бомба активирует в том числе. И первого почти снесет. Наверное, не хватит. Немножко не хватит урона, скорее всего. Чуть-чуть, по-моему, да? А, кстати, мне надо было матрешарик, может быть, кидать. У нас же прошивание цели есть. Это сильно возвышает прожектайловые шары. Охренеть, я что-то вообще не нанес урона. Как-то слишком не рассчитывал, что так затянем туда его. Настолько сильно. Давай в крит. Вот так сразу же кинжариком. Нормально. С прошиванием цели по двум целям 660. Этот релик серьезно, мне кажется, он мощнее у громолотка. Тебе прошивание одной цели стабильно, без потери урона, выгоднее, чем просто перебор на всех шарах, мне кажется. Ну, не всегда, но в целом это поприятнее эффект. Не знаю, давай кинем как-нибудь этот шар просто. Надо было и другой, решил попробовать. Просто посмотреть, насколько он здесь будет эффективен. Теперь мотрый шарик мы его добиваем. Мы полностью выхиливаемся, если только нас под конец нам этот джезл там не надамажит. Нет, не надамажил даже. Шар памяти еще один взять. Под самый конец, в принципе, можно. Если что, скинем. Если будет хороший урон, то дам. А, хотя знаете что, может, ты зря взял, потому что... Он у меня здесь 193 всего лишь добавляет. И он ведь не дает урона, он не бьет ведь по линии, он же направленный. В этом проблема основная. Так, поскидывали. Не самый приятный бой, но не особо страшно. Вот сейчас у меня, кстати говоря, прошивание как раз таки будет работать. Если я сейчас буду целиться по этому мобу, мы попадем по летучей мышке или нет, не уверен, если честно. Потому что тут не совсем понятно. Но у меня этот самый есть, призрачный шар, который сейчас просто даст хорошо урона по всем. Ну как хорошо? Просто по всем, ладно. Скажем так. Надеюсь, сейчас летучих мышей мы просто погасим бомбами. Бомба вообще будет, нет? Да, бомба одна есть, но только одна. И он направил на летучую мышь очень неудачно. Ладно, их ашаром добиваем тогда. Многие в прошлый раз, если говоря, на этом боссе, когда мы были, многие орнули с того, как я охренел, как этот босс просто аннигилировался, стерся под конец. Такой, типа, а где? Я сам этот момент много раз потом пересматривал при монтаже и после тоже неоднократно орнул с него. Мы качаем кинжар еще. И отправляемся в финальный бой перед боссом. Насчет релика, который возвращает x2 урон всем врагам от получения твоего урона, урона по тебе, да? Типа в обраточку. Он реально написал мне, что он действительно работает по всем мобам, потому что я не обращал внимания в процессе. И хорошо очень сочетал, соответственно, с жезлом очерепительной силы, например, там все такое. Так, ну давай запускать таким образом. А как у нас полетит Игоря шар? А, стоп, он сейчас будет полетить прожектайлово, да, несмотря на то, что здесь это флюгер. Поскольку у нас моб перед ним стоит, все равно по мобу пойдет сначала вроде бы. Да-да. Окей. А вот теперь эхо-шар. И эхо-шар, знаете что? Я его просто выкидываю. Мне не нужны лишние бомбы, если честно. Вот вообще ни разу. Дальше. У этого 84. Не так много он набирает. По 0,5 за каждый штырь. Чтобы он набрал хотя бы 500, это надо 1000 штырей задеть. Это много. Это прям очень много. Не стоило брать шар памяти. Это прям если ты очень хорошо чистишь стол только. По-моему, это, кстати говоря, 34 хп при выходе из боя. Неприятно, я всего 8 хп могу отхилять. Ёшкин шар, думаю, что не понадобится мне. Улучшар, думаю, что тоже. Либо улучшаем просто камень, либо хиляемся. Я думаю, что мы... Знаешь, что я улучшу. Я думаю, что мы отхиляемся быстрее во время боя, чем они что-то нам смогут сделать.
чем нет. Что, ну, типа, что я в первый ход откиряю себе все хп, короче, думаю. Есть шанс вполне. Так, теперь нужный порядок, главное. Ты не очень в тема, а вот смотрю шарик, давай. Смотрю шарику, без разницы, куда стрелять. Попробуем так. Не знаю, в какой надо было кубик кидать. Там, где было больше критов, где было больше эрок или куда-то еще. Там мы целиком отхилялись, но только сейчас еще бомба меня ударит. На 10 урона. Держите. По 2000. Окей, двое почти готовы. Если я кину сейчас верхнего, кстати говоря, вроде как мы должны попасть по горизонтали вот так вот. Чё, наискосок, так и по второму тоже должен задеть. Мне, кстати, картинки вот этих красных разные. А, и они здесь отличаются тоже, немножечко в центре. Кинжар нужен ли мне? Он без крита не будет ничего делать. Крит есть шанс попасть, спокойно. Есть! И в обновление, хорош. Главное, что он теперь не вылетит слишком быстро, но, в принципе, он набрал уже много урона. Достойно, весьма себе. Теперь смотрим. Да, видите, мы по второму тоже попали, окей. Фиолетовый вроде как бафет мне писали, потому что я это постоянно забываю, хотя фиолетовый сейчас меня ударил, кстати. Нужен ли мне плотный шар? Я думаю, нет. Я думаю, что мне нужен хил. Кидать мы будем вот в этот капух. Вот сюда. Хил, эрки. Лечимся потихонечку. Отлично. Полностью восстановились. И, кстати, да, я цель забыл выбрать, но цель у меня правильная выбрана. Почти готовы, и они как раз таки оба теперь сверху находятся. Я говорю, ну, блин, не знаю. У тебя то забег имбище, то ты ничего сделать не можешь. Такого рода игра. Если бы она претендовала, скажем так, на что-то, про какую-то выверенную механику, выверенный геймплей какой-то продуманный, который от тебя будет именно зависеть полноценно, то здесь еще не початый край того, что в игре нужно было бы менять и улучшать. Если же воспринимать ее просто как фаново, развлекуху, но без какого-то, знаете, такого вот баланса или чего-то такого еще, то отлично, но не про скилл, ни что-то такое еще. Я это каждый раз в конце, собственно, повторяю. У боссов больше здоровья, да, это было ожидаемо. Я не раз, по-моему, предполагал, что рано или поздно появится такое усложнение. Еще больше будет душить меня старт особенный. Да и слизень и крот на самом деле, хотя больше, наверное, слизень все-таки. А крот любит потроллить, потому что он такой пришел-ушел во время твоей перезарядки с броском. Как-то так, не всегда все получается как хочется, конечно. Не всегда все получается удачно, но последний забег был очень халявным. И не скажу, что... что мне в нем надо было как-то, опять же, лучше уметь играть. Ты просто вот играешь, у тебя будет много сливов, постепенно их будет больше. Ну, ты стабильно все сложности спокойно вполне себе пройдешь. В Спайре, например, такой трюк не проканает. Там совершенно в этом плане по-другому баланс, с балансом стоят дела. Это именно игра такая достаточно сложная и про, собственно, навык, про скилл. Действительно. Рандом старающий там тоже есть, но в первую очередь все-таки другое. На этом все, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Было интересно посмотреть. Собрали в итоге достаточно сильный забег. Посмотрели на какие-то шары там. В первой части видоса тоже что-то новенькое, по-моему, посмотрели. Не помню уже, честно говоря. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, собственно. Я буду очень рад. Оставляйте комментарии, оценить видео. Мне тоже будет очень приятно. Вступайте в сервис Discord, если пообщаться на канал, в Телеграме, что-нибудь писать, в случае чего. Но я желаю, ребят, всем хорошего настроения, такого же дня. Всем удачи, новых встреч. Всех кусь-кусь и всем пока-пока. Как быстро проговорил, даже не заткнулся нигде. Все, ребят, всем пока-пока еще раз.